За ініціативою гуманітарного штабу Ріната Ахметова «Допомогти вижити». Ми поставили дітям прості запитання. Що потрібно для щастя? Мамо, тата, братья, сестри. Что есть у каждого человека, это деньги. Що в тебе є для щастя? Только мама и папа. У мене є друзі. Дом. А якби твій дім зник? Жили б на вулиці, грязні були. Я би себе плохо чувствовал. Не хотілося б жити. Що робити, якщо людина залишилася без дому і сім'ї? Стати їм другом. Якийсь одяг приносити. Приложити якусь вкусняшку. Хто має цим людям допомагати? Зрослі. Це може бути любой. Всі люди, які є на землі. Більше 500 тисяч дітей за лінією зіткнення потребують допомоги. Діти розуміють. А ви? Выборы в Мариуполе и Красноармейске назначены на 29 ноября. Но состоятся ли они? Неясно также, удастся ли не допустить эскалации конфликта в Донбассе. Обстановка остается напряженной. И беспрецедентный случай. Все предприятия группы Мединвест отключили от государственной системы автоматического возмещения НДС. Что это значит и к чему может привести? Вы смотрите программу «Лабиринты мнений». Я Светлана Прудникова. Добрый вечер. И сегодня по этим и другим вопросам мы услышим мнение Михаила Павлева, директора Фонда гуманитарных стратегий. Здравствуйте, Михаил. Добрый вечер. Во вторник вечером, несмотря на долгие дебаты, народные избранники таки поддержали проведение в Мариуполе и Красноармейске выборов 29 ноября. Какие мнения по этому поводу звучали в стенах Верховной Рады? Давайте послушаем. Я прошу не расходиться. Очень важно. Мариуполь – город, который заслуживает уважения. Журнал «Шпигель» назвал его главным символом борьбы за европейскую демократию. Просьба не уходить. А теперь суть вопроса. Мы знаем о том, что 25 числа выборы не состоялись. И, к сожалению, на сегодняшний день Мариуполь и Красноармейск лишен права 25-го выбирать и быть избираемыми. Мы после долгих дискуссий на согласительном комитете приняли единственное взвешенное правовое решение о том, что выборы в Мариуполе и Красноармейске мэров городов и депутатов местных советов должны провестись в рамках предлагаемого мною проекта закона 3371-1. Украина – это великая европейская держава. Мариуполь и Красноармейск – это Украина. В Мариуполе живут украинцы. И фундаментальне право громадян Європи голосувати, вільно обирати і вільно бути обраним. Завдання влади полягає у тому, щоб організувати цей процес за високими стандартами і демократично. Тому говорити сьогодні про те, що не треба обирати, бо не тих оберуть, я вважаю, що це абсолютно не європейський і не демократичний підхід. І я думаю, що нам всім потрібно цього уникати, таких оцінок, а дати можливість людям і на Сході, і на Заході, і на Півдні, і на Півночі проголосувати і обрати свою місцеву владу. Але обрати її чесно. Тому я переконаний у тому, що ми маємо прийняти це рішення, і це наш з вами обов'язок. Відповідально кожен на рахунку голос. Голосуємо. Голосуємо. «233, закон ухвалено. Дякую, колеги». Михаил, ну довольно долго, да, шел процесс, неделю за неделей говорили о том, что вот-вот примут, не принимали решения. Мы знаем, что радикальные силы были категорически против проведения этих выборов. И звучали заявления и в стенах Верховной Рады, и за ее стенами. Вот как вы считаете, 29 ноября такие выборы состоятся в Мариуполе и Красноармейске? Или, ну понятно, что сейчас проголосовали, но... Был же варианты, что они должны были состояться и в октябре, но не состоялись. Нет, они, безусловно, состоятся 29 числа.
сейчас у власти не останется ни инструментов, ни аргументов избежать этой процедуры. Сейчас, скажем так, внимание мировой общественности не просто приковано к этому вопросу, а уже даже сформулировано, скажем так, это и внимание, и мнение однозначным образом. Если выборы 29 числа в Мариуполе и Красноармейске не состоятся, людям, олицетворяющим украинскую власть, на сегодняшний день нужно просто собирать вещички и уходить из власти как таковой. И западные наши партнеры это сообщили им недвусмысленным образом. И в частности, столь уважаемый большей части украинского политика, он господин Пайет. Ну вот смотрите, радикальные силы буквально вот из последнего, да, вот Мелитопольский горсовет пикетировали и не давали возможности работать уже новой избранной власти, да. Фактически не пускали на рабочие места представителей оппозиционного блока. То есть мы же понимаем, что какие-то похожие ситуации могут сложиться и в день выборов, если все-таки люди скажу, категорически пусть против. Пусть попробуют сыграть в Мелитопольский сценарий. Я, во-первых, вам скажу, что в Мелитополе у них ничего не получится. Они получат отворот-поворот 100%, и все их инсинуации закончатся пшиком. И точно так же будет Мариуполь и Красноармейский. Даже если будут какие-то инсинуации, даже если будут некие поползновения к срыву очередному, ну, я полагаю, реакция будет незамедлительной. То, что выборы перенесены, это может как-то, может быть, положительно, может быть, отрицательно сказаться на явке? То есть в Мариуполе все-таки люди пошли на участки, причем им там реально морочили голову, выдавали бумажки с телефонами, звоните, узнавайте, может быть, сегодня такие выборы состоятся. Ну, я полагаю, явка будет все-таки ниже, чем она могла бы быть 25 октября. Вы считаете, что отрицательно может, да, сказаться? Это классика, на самом деле. Всегда второй тур имеет более низкую явку в любой стране мира, и, соответственно, это не некие, тур, некие это... довыборы тоже всегда второй имеют поход более вы низкую. Имеете, ну, да. Фактически, да. Потому что, когда общее... день голосования по стране, человека подогревают там и наружная реклама, и информационные сообщения, то есть как бы весь, все пространство вокруг него заполнено только этой темой. Обычно вторые туры или там довыборы какие-то, они проходят при гораздо меньшей явке и с гораздо меньшим вниманием. То есть фактически те силы, которые не набирали там желаемое количество голосов, да, они фактически заинтересованы были в том, чтобы явка была ниже, получается, да? Им, вы знаете, совершенно все равно, потому что если там и могли на что-то рассчитывать такие, скажем так, фантики из папье-маше от власти, как «Наш край» или там, не знаю, аграрная партия, которая в районах вокруг Мариуполя пособирала определенные голоса, сейчас, в принципе, у них никаких-то шансов вообще не остается. Потому что если явка снижается, там будет 90% голосов за оппозиционный блок. Просто банально, потому что ядро избирателей придет так или иначе. Оно пришло бы и 25 числа, но процент бы был бы ниже. А сейчас наглость срыва плюс как бы снижение явки, безусловно, сказывается на значительном повышении процента, отданных за оппозиционный блок. Выборы, которые состоятся в выходные, вот второй тур. Как вы считаете, вот первый тур все назвали, что это были самые грязные выборы в истории, да, Украины. А второй тур, будут ли учтены те ошибки, которые были сделаны? И есть ли вероятность и надежда на то, что они действительно пройдут честно вот в тех городах, в которых они должны в этой быть? Стране никогда выборы не проходят честно. Да, в принципе, невозможно при нашей политической организации и системе в полной мере. А они могут быть либо более честными, либо менее честными. Прошедшие 25 октября выборы действительно объективно являются худшими. И по избирательному законодательству, которое было применено в ходе выборов, и по организации выбора, где от умысла до преступной халатности власть продемонстрировала, и по ее течению, характеристикам и свойствам этого течения. Второй тур, я полагаю, что основные кости уже брошены, что в большинстве городов на самом деле разрыв между первыми и вторыми местами был значительный. И даже логика обычная вторых туров, когда голосуют против, а не за, не поможет большинству вторых мест достичь результатов первых мест. Поэтому в большинстве городов сам разрыв формулирует ситуацию таким образом, что просто не пойдут ни на какой экстремизм. Просто задача у большинства участников вторых туров, которые заняли вторые места, показать как можно более высокий результат к
как сделав таким образом вклад в собственное будущее политическое. Единственным исключением является у нас Днепропетровск. По большому счету, здесь можно ждать практически любого развития событий. Днепропетровск критически важен для команды Игоря Валерьевича Коломойского. Фактически, если они проигрывают Днепропетровск, у них остается только Луцк и Харьков. И зная Геннадия Адольфовича достаточно хорошо, мы можем говорить, что это вовсе никакая не гарантия, что он останется с Игорем Валерьевичем в случае перемены ветра, назовем так. Поэтому как опорный пункт Днепропетровск, конечно же, очень важен для Коломойского. И они себе не могут просто позволить проиграть эти выигры, но они их проиграют. И в этом сложность ситуации как таковая. Это может как-то на ситуацию в регионе может отразиться? Все зависит от власти в данной ситуации. У власти есть достаточно инструментов, чтобы проконтролировать ситуацию и не допустить гражданского противостояния. Будем говорить прямо. А в общем-то, команда Коломойского, хотя бы по тому же течению кризиса с Корбаном, продемонстрировала достаточно высокую степень сговорчивости. И если власть будет готова продемонстрировать однозначную свою позицию по поддержанию правопорядка в городе, я не думаю, что будут какие-то экстраординарные эксцессы. Вот. Но что-то может быть, конечно же. Местные выборы дали вот такую определенную волну для громких арестов. Кто-то называет это громкими делами и арестами, другие называют это политическими репрессиями. Вот в том числе и оппозиционное правительство говорят о том, что это такие политические репрессии. Вот давайте посмотрим, что об этом говорили на заседании оппозиционного правительства. Главная тема заседания оппозиционного правительства – политические репрессии, вне зависимости от взглядов. Александр Ефремов, Елена Лукаш, даже наши политические оппоненты, такие как тот же Корбан, и тех, кого сегодня незаконно пытаются люстрировать, а этим самым лишая возможности зарабатывать, только лишь за то, что они работали не при той власти. Страдают не только политики, но и целые предприятия, заявляет гендиректор «Запорожстали». Заверяет, как только зарегистрировался в депутаты облсовета, начались финансовые репрессии. Буквально с того же месяца было принято политическое решение прекратить возмещать НДС комбинату. По состоянию на сегодня долг государства перед комбинатом превышает 1 миллиард гривен. Например, миллиард гривен – это бюджет всей Запорожской области нашей за квартал. Миллиард гривен – это заработная плата трудового коллектива всего нашего комбината за 4 месяца. Еще обсудили ход расследования событий на Майдане в Киеве и в Одессе 2 мая. Результатами оппозиционеры недовольны. Вопреки своим обещаниям, так и не смогли обеспечить проведение надлежащего расследования. Виновные в гибели сотен людей, похищения, насилия остались безнаказанными. Мысли генеральный прокурор Украины говорит, что расстрел Майдана шел из окон гостиницы Украины, занятой в том числе представителями сегодняшней власти, а на тот момент оппозиции. Если международные организации провели в Одессе глубокое расследование и сказали, что власти не заинтересованы в установлении убийц в Одессе. Единственный выход – реформа системы правосудия и новая конституция. Над ней оппозиционеры уже работают. Михаил, как вы считаете, это все-таки начало реформ или это действительно политические репрессии? И к чему это может привести, конечно же? Ну, я бы не упоминал рядом с именами людей, олицетворяющих нынешнюю власть, слово «реформы». Хотя, с другой стороны, могут быть плохие реформы или там негативные реформы, ведущие не туда. Вот это вот точно про нашу власть. Это очевидно, что политические репрессии. Посмотрите, что происходит. Сейчас сформировалось три основных центра оппонирования команде президента. Назовем это так. На сегодняшний день тот же остатки Народного фронта, или вот та группа людей, которая называется все еще по недоразумению Народным фронтом, полностью легли под президента. И не обладают ни субъектностью, ни правом голоса. Есть три центра силы, которые оппонируют президенту. Есть оппозиционный блок, который по большому счету представляет протест юго-востока и центра страны, судя по результатам выборов. Есть, конечно, эти партии-клоны, но они временное, назовем так, помешательство.
Есть и команда Игоря Валерьевича Коломойского, и политические силы, которые с ним аффилированы, в первую очередь УКРОП. Есть команда нынешнего мэра, я думаю, будущего мэра города Львов, Андрея Садового. И что мы наблюдаем? Наиболее, скажем так, наверное, ярким было событие, конечно же, по аресту Геннадия Корбана. Вопреки мнению большинства и обывателей, и экспертов, Корбан не является прямо вот плоть от плотью команды Коломойского. Он один из приближенных, скажем так, аутсорсеров. Партнер давний, скажем так, сподвижник во многих, скажем так, развеселых делах Игоря Валерьевича в бизнес-среде. Но не плоть от плоти, что называется. Поэтому реакция была достаточно прохладная, но это и не была прямая атака. Это было все-таки скорее предупреждение. Но так или иначе, шаг за шагом власть демонстрирует желание сузить, скажем так, коммерческую базу политической деятельности группы «Приват». Это и «Укрнафта», это и «Укртранснефть», это «Приватбанк», вокруг которого идут упорные слухи, а я думаю, что сигнализирует это непрерывно, скажем так, о возможности национализации банка, это подавление коммерческой базы. С другой стороны, ни для кого не секрет, что промышленность Юго-Востока так или иначе поддерживает или является, скажем так, крупные бизнесмены, промышленники Юго-Востока и коллективы предприятий скорее можно отнести к сторонникам оппозиционного блока. Сторонникам, соратникам, сподвижникам тоже, как хотите назовите. И мы наблюдаем атаку на коммерческую, скажем так, основу вот этой группы людей, которые поддерживают оппозиционный блок. Другой источник оппонирования. Третий источник оппонирования. Андрей Иванович Садовой. Буквально на днях Львовская прокуратура возобновляет дело о расхищениях во время Евро 2012. Это недвусмысленная атака на Садового. То есть власть однозначным образом, с открытым забралом, не стесняясь, атакует людей и политические силы, которые оппонируют ее курсу. Причем совершенно во многих ситуациях по беспределу. У меня нет никаких сантиментов к депутату Мосийчуку, но мы все знаем, что с огромными нарушениями происходил его арест в Верховном Совете и лишение неприкосновенности, нарушение всех возможных норм и регламента. Совершенно фейковое, идиотское задержание Елены Лукаш, которая ни от кого не скрывалась, никуда не выезжала из страны, участвовала во всех следственных процессуальных действиях. Дабы немножечко скомпенсировать общественное мнение, после того, как, опять же, абсолютно бредовая идея с повестками на согласительном совете провалилась, выдергивает Елену Лукаш, держит ее в СИЗО. Совершенно нелепая ситуация с залогом и невыпуском. В общем, похоже, знаете ли, вот такие вот судорожные действия умирающего тела. Эта власть однозначно точно умирает. Просто умирает как субъект. Она почти потеряла свою поддержку. Административными способами им удалось на этих местных выборах нагладить определенные голоса, но если сравнить с голосами, которые отдавались в разных регионах страны, где за в свое время нашу Украину, где за Батьковщину, где за партию регионов, то мы понимаем, что эти партии всегда в числе 3-4 формировали большинство практически в любом областном совете, в зависимости от региона. Сейчас партия власти, она просто присутствует почти везде. Это просто работа административного ресурса, не больше того, у них нет поддержки. Они приближаются к сценарию неумирающего камикадзе Арсения Петровича Яценюка. Обнуляться просто в электоральном смысле. Власть это очень точно понимает, и эти судорожные движения, это просто попытка уже, убив, скажем так, экономическую основу или преследуя на квазикриминальной почве, раздавить оппозицию. Тоже ничего не получится. Который прозвучал в сюжете, гендиректор Запорожстали сказал о том, что как только он зарегистрировался депутаты облсовета, тут же сразу было принято решение прекратить возмещение НДС комбинату.
Теперь новое, да, другой факт более крупных масштабов. Я не знаю, связано это как-то или нет, но как-то вот так тоже странное совпадение или что это, что вечером принимается решение, что выборы в Мариуполе такие состоятся, и буквально утром принимается решение о том, что вот полностью отключают систему автоматического возмещения НДС всем предприятиям группы Мединвест. Я процитирую официальное заявление генерального директора Юрия Рыженкова по этому поводу. Нам стало известно, что ни одного из наших предприятий нет в согласованном перечне по автоматическому возврату НДС в ноябре. В случае, если возмещения не будет, в текущей рыночной ситуации холдинг будет вынужден уже в ближайшее время остановить работу своих предприятий. Это приведет к остановке всей металлургической отрасли страны и сокращению десятков тысяч рабочих мест. Мы призываем Государственную фискальную службу, Кабинет министров и президента Украины не допустить этой ситуации и возвратить группе Мединвест долги, которые положено вернуть ей по закону. Напомню, что речь идет вот на 1 ноября этот долг составил 2,33 миллиарда гривен. Михаил, как вы прокомментируете это? Чего ждать? Ну, ждать ровно того, что уже происходит. Я полагаю, что, как я уже упоминал, это именно та самая атака на экономический базис, назовем так, промышленности Юго-Востока, которая оппонирует курсу президента. Ожидать, я полагаю, еще большего охлаждения ситуации. Ну вот как это связано? Вот я не знаю, я просто. С 29 числом принятием решения это может быть связано как некая форма шантажа, что называется, оппозиции не заходить за флажки. Мне трудно понять, чего ожидает в этой ситуации манипулятивная, да, власть, каким образом оппозиция может минимизировать собственный успех, потому что он будет огромным просто. Но это в некотором смысле шантаж. Это, конечно же, шантаж плюс системная работа, повторюсь, по атаке на экономический базис. Ну, я так понимаю, что по большому счету это, как говорится, рубить сук, на котором сидеть, да? То есть это угрожает же экономике страны в целом? Послушайте, остановка такого количества предприятий, не дай бог, это произойдет. Не апеллировать к здравому смыслу. Людей интересует только власть. Людей, пребывающих сейчас во власти. Их интересует только власть и способность, и возможность конвертировать эту власть в личные, скажем так, бонусы некие. Все отлично понимают, что остановка экспортного потенциала Юго-Востока повлечет за собой обрушение экономической ситуации ниже, гораздо прогнозируемо. Мы и так падаем, и упали сильно. Но полагает большинство экспертов, что в 2016 году мы можем достичь некого дна. Или, по крайней мере, некой стабильности на дне. Это уже просто... Но если остановится промышленность Юго-Востока, ну, прямо скажем, удержать контроль за ситуацией будет невозможно. Это путь к анархии в худшем смысле. Это путь к социальному катаклизму, к протестам, неуправляемым протестам и разрушениям ткани государственности как таковой. Но люди об этом не задумываются. Они полагают, что их шантаж всегда может быть успешен. То же самое с Приватбанком видим. Ведь любые неосторожные действия с Приватбанком повлекут за собой обрушение финансовой системы страны. Вне всякого сомнения. Повторюсь, людей эти риски не беспокоят. После них хоть потоп. Это их логика и их действия. После выборов какой вы видите расстановку сил? Ну вот в случае, если все-таки состоятся выборы в Мариуполе и Красноармейске, да, и в случае, если они не состоятся, вот такая я общая политическая карта. Я бы не обсуждал вообще карта. Ситуацию, если они не состоятся. Такие вы уверены 100%, результат, что они будут? Вне всякого сомнения. А результат я уже озвучил. Это победа, сокрушительная победа оппозиции. Говоря о работе парламента, вот пакет для безвизовой либерализации так и не смогли принять, как ни странно, да, всего лишь один закон об ущемлении прав граждан нетрадиционной ориентации как-то вот стал таким камнем преткновения, который не позволил принять целый пакет очень важных законов для того, чтобы мы получили безвизовый режим. Это, конечно, тоже вот большой вопрос, да, насколько он сейчас актуален. Но понятно, что раз мы выбрали путь движения в Европу, то без этого, естественно, никуда. Вот
Как вы считаете, случайно ли вот из-за одного закона не принят целый пакет законов? И действительно, каковы перспективы такие этого безвизового режима для Украины? Давайте расставим точки над «и». Во-первых, никто всерьез не выбирал направление движения в Европу. Вот лично вы и я не знаю, я не выбирал, меня не спрашивали. У меня ни на каком, ни на референдуме, ни никакими другими инструментами вопрос мне этот не задавали. А то, что там Арсений Петрович или Петр Алексеевич выбрали, ну, это их личное дело, знаете ли. Ну, об этом даже граждан. Виктор Федорович Янукович в свое время говорил, давайте что не поминать к ночи это странное имя. Вот. По поводу пакета так называемого безвизового, да, безвизовая либерализация или как вам угодно. Это все большой шантаж и манипуляция тоже, потому что нет никакой, не существует никакой перспективы предоставления безвизового режима Украине. Даже если наши, скажем так, оппонирующие вот мне, например, или моим единомышленникам, назовем это так, экспертам, эксперты говорят о примере Молдовы, надо понимать, что, во-первых, Молдова как следствие не получила большого сразу потока выезжающих в Европейский Союз. На самом деле такого спроса просто нет. Безвизовый режим не решает вопрос трудовой миграции или трудовых виз. Больше того, нынешние граждане Молдовы, выезжая в Европейский Союз, они везут ровно тот же набор документов, которые они раньше подавали просто в визовые консульства, а сейчас они это предоставляют на границе. Это тоже, будем говорить прямо так, манипуляции. Фактически Молдова получила такой квази безвизовый режим. Украине же, если здраво мыслить, да, безвизовый режим не будет предоставлен никогда просто по одной простой причине. Европа сейчас задыхается под волной ближневосточных мигрантов. Увидеть у себя на улицах волну в 5-7 миллионов еще и украинцев, они точно не готовы, вне всякого сомнения. А учитывая глубину падения украинской экономики и глубину кризиса социального, ну, это более чем вероятный сценарий в случае принятия безвизового режима. Поэтому я полагаю, что это большая все технология, это все осознанная игра вокруг этого вопроса, не более чем имитация деятельности. И никакого безвизового режима нам предоставлено не будет. Просто власть не в силах, исходя из имиджевых, электоральных, скажем так, собственных целей, признать, нет такой перспективы для Украины. И поэтому они будут куражиться еще очень долго с этой глупостью. Говоря о ситуации в самой Раде, такие достаточно яркие, да, эпизоды, как драка Тетерука и Кужель, Злата Огневич сложила депутатские полномочия. Ну, то есть, по-разному ведут себя. Хотя вот Тетерук и Кужель, они вроде как в коалиции, да, вроде как должны быть заодно, но, тем не менее, общего языка не находят. Много сейчас говорят о том, что неминуемые досрочные выборы. Да. Вы что думаете по этому поводу? Если таки да, то когда вы их видите? И каким будет парламент после? Потому что президент буквально на днях сказал о том, что нам нужно учиться работать с этим парламентом, потому что лучшего уже не будет. Для Петра Алексеевича точно уже не будет лучшего парламента. Это тут он не погрешил против истины ни на полслова. Знаете, это большая-большая драма нашей страны. Если мы с вами относим такой вздор, как бутылка по голове Кужель, или там заявление певички к важнейшим событиям. Нет, да, ну, это певица, реально может быть, драма. Она и неплохая. Ну, и девушка насчет красивая, того, что депутат, у меня большие-большие сомнения, да. Даже не поминая все эти инсинуации, которые ходят сейчас вокруг этого вопроса, почему она сложила эти свои полномочия депутатские. Это мы не будем кому обсуждать. Кому уступило место, вы имеете в виду? А вопрос ведь в другом на самом деле. А парламентские выборы так или иначе неминуемы, потому что коалиции на самом деле не существуют. Есть некий консенсус в кабинетах на Печерский и на Банковой о том, что пытаться, повторюсь, дотянуть этот вопрос до осени или хотя бы до лета следующего года. Ну, летом, мне кажется, у меня вряд большие, ли будут большие. Слушайте, в этой стране быть? Может быть что угодно. Да? Мне кажется, обычно весна, осень. По-моему, история такой полутора-двух лет последних убеждает нас в этом с абсолютной своей обнаженностью. В этой стране может быть что угодно, да. Поэтому они-то будут пытаться, конечно же, это все дело оттянуть. Но я уверен, что шансов на такую проволочку крайне мало.
В декабре мы увидим целый фейерверк разных демаршей и заявлений. Все это будет связано с окончанием защищенного периода правительства Яценюка. Яценюк — сбитый летчик, который давно уже, как бы, вы знаете, не просто упал, он еще и упал в океан и утонул километров на 11. Но трепыхается. Конечно, тоже конвульсии у него сейчас бьют во все стороны, что называется. Многие говорят, что Петру Алексеевичу и выборы невыгодны. Это не так на самом деле. Учитывая, что они, скорее всего, оставят старый закон, они сейчас надеются набрать просто больше, чем у них есть. И избавиться от таких всяких ненадежных попутчиков, собрать максимально именно под свою политическую силу. Я уверен, что у них этого не получится, но они вот такие питают иллюзии. Ну что ж, надежды юношей питают, получается. А вообще, конечно же, стоит ожидать победы вот этой всей разнообразной оппозиции, которую я назвал. В первую очередь надо ожидать консолидации голосов Юго-Востока под, назовем так, знаменами оппозиционного блока, потому что, отдав немало голосов тому же Ведроджиню или Нашему краю, или Аграрной партии, избиратели очень скоро поймут, что это просто были обманки, да. Просто партии-клоны, осознанно эксплуатировавшие тот самый бывший партии регионов электорат. И это девальвирует электоральные, скажем так, результаты этих партий на местных выборах и придет к тому, что электорат будет консолидирован под одной политической силой. Батьковщина будет иметь все возможности выиграть центр, а Самопомощь покажет снова хороший результат просто среди городских избирателей Украины. Поэтому... каким будет тогда вот в парламенте большинство? Возможно, я полагаю, главный месседж заключается вот в чем, что следующий парламент в любом случае будет лучше того, которое мы сейчас наблюдаем. Хуже, чем этот, в принципе, быть уже ничего не может в этой стране. Но разве что какой-нибудь ультраправо-радикальный, чуть ли не фашистский. Ну, слава богу, Украина все-таки отчасти здравомыслящая страна. Запас прочности в этом смысле еще есть. Поэтому следующий парламент будет однозначно лучше нынешнего. И дай бог. Некоторые депутаты активно призывают людей к массовым, ну, к митингам, да, то есть Майданы и так далее, тарифный Майдан. Ну, понятно, что действительно ситуация сейчас в стране очень сложная, экономически и политически, и, собственно, пока что нет перспективы увидеть, что это вот совсем чуть-чуть осталось потерпеть, и наступит все хорошо. Но люди как-то достаточно вяло, мне кажется, на это все реагируют, да, вот сравнить в прошлые времена, когда вроде бы как люди жили гораздо лучше, и тем не менее готовы были бороться. Сейчас ситуация выглядит по-другому. Ситуация всегда выглядит по-другому. У нас наш бедный маленький украинец, он как папуас, знаете ли. Вот на островах Океании, да, есть такое распространенное, как бы, явление, феномен социальный, называется карго-культ, да. Связан он чаще всего был вот с этими самолетами дальней авиации Соединенных Штатов, которые привозили консервы, бусики для этих папуасов. Они не понимали логики, не понимали, как эти железные птицы летают, но что они делали? Им было настолько хорошо, что потом в течение 60-х, 70-х годов они из дерева, из соломы вот создавали целые аэродромы и макеты этих самолетов. Вот украинский сторонник Майдана ровно такой же папуас. Он не понимает, что в 2002 году акции, направленные против президента Кучмы, не принесли никаких результатов и были на самом деле довольно малочисленными. При том, что информационные вокруг них бурю создавали большие. В 2004 году, если бы не вмешательство, будем говорить прямо, крупнейших, скажем так, ну, нарождавшихся тогда олигархов, их медийных возможностей, не вмешательство, будем говорить прямо, с конкретной позицией наших, назовем так, западных партнеров, успеха Майдан 2004 года не имел бы. Идем дальше. 2013 год. Печально известный «Украина, вставай» Яценюка, всей этой троицы, назовем так, Кличко, Тягнибок, Яценюк. Электоральный результат и социальный результат этих массовых, с огромными затратами акций, был практически равен нулю. Они задохнулись и к осени выдохлись в ноль полный. Однако, назовем так, опять же, силы внутри страны
инициировали новые протестные, скажем так, события, и они бы не имели успех, если бы не вмешательство наших западных партнеров. Вот. Поэтому никакие майданы, никакие протестные акции, уличные акции не будут иметь успех, если они не будут иметь легализации в общественном мировом сознании среди западных лидеров. Без этого это обычный бунт, как в Авдіївці, который выдыхается где за два дня, где за неделю, где еще как. Но это обычный бунт, обычный протест. Постучали, побросали камни, побросали коктейли Молотова, пару человек село, все закончилось. А вот когда все телеканалы работают в этом направлении, это значит олигархический консенсус, когда западные лидеры западного мира говорят, что все правильно, вот тогда шансы есть. Сейчас такой ситуации нет. Нет базиса. Поэтому обсуждать это вообще в принципе не имеет смысла. Любой протест, вплоть до вооруженного, закончится очень быстро. Без каких-либо последствий, скажем так, для этой власти. Ситуация в Донбассе сейчас резко обострилась. Центр АТО говорит о том, что да. О провокациях, да? Да. Второй стороны, жители неподконтрольной территории Украины боятся и ходят у них слухи о том, что будет штурм со стороны Украины. Как вы видите ситуацию? Есть ли шанс все-таки сберечь Минские соглашения? Президент одно время говорил о том, что в 2016-м уже никаких Минских соглашений не будет. Да что нет, вот мы должны там... решить все в этом году. Мы понимаем, что в этом году мы не успеваем уже наверняка решить никаких вопросов. Петр Алексеевич популист, а не управленец, к сожалению. Как вы видите развитие событий? Ситуация, конечно же, значительно усложнилась. В принципе, где-то можно было догадываться, что шанс на эту... пока еще микроэскалацию, дай бог, чтобы так и осталось, есть и будет. Но, в общем-то, и полагал, и полагаю, что воля основных игроков крупнейших Европейского Союза, Соединенных Штатов, Российской Федерации, Киева официально, сыграет свою роль, и эскалация не произойдет. Причиной нынешней эскалации, конечно же, является то, что есть достаточно серьезные в высоких кабинетах игроки по обе стороны конфликта, которые не заинтересованы банально в том, чтобы он закончился. Потому что это для них, скажем так, подводит черту под неким этапом их жизни, довольно комфортным этапом в их жизни. А просто крупнейшим игрокам нужно с этими персонами разобраться. Вот и все. Ну, а как вы видите, как все-таки будут развиваться события? Я полагаю, эскалация не состоится. То есть вы видите, что все-таки будет решен вопрос особого статуса? Минский процесс будет завершен так или иначе. В этом базовое желание заключается сейчас крупнейших мировых игроков. И ни Киев, ни Донецк, ни Луганск не являются основными субъектами этой ситуации. То есть как бы есть внутренняя политика. Есть внутренняя ситуация на у каждого из этих, скажем так, субъектов, но она вторична, глубоко вторична. Проявление этой внутренней ситуации мы сейчас видим, но, я повторюсь, это очень глубоко вторично. Вот сейчас снова стал вопрос, Каталония хочет отделиться от Испании, да? Да. Может ли это для нас быть каким-то уроком? Возможно, мог бы их опыт быть полезным чем-то для нас? Вы знаете, Украина это самый поганый в этом смысле школяр, потому что этих примеров было более чем достаточно уже. Был пример Бельгии, которая испытывает системный кризис политико-административный в течение более чем 20 лет, пришла просто к федерализации. Был пример Шотландии, которая с 92 года пришла в конечном итоге к референдуму, который, в общем-то, закончился пока еще положительно для Великобритании, но это продемонстрировало, каким образом и должно бы это все реализовываться. Сейчас пример Каталонии более чем непростой, но я тоже думаю, что там довольно-таки мирно все закончится, хотя не без эксцессов. Есть еще один пример. Ольстер, который бурлил, который был рассадником терроризма международного, сейчас успокоен. Шин Фейн стала абсолютно легитимной политической силой. А все только потому, что люди начали вести реальный диалог. Вот отсутствие этого самого диалога и, будем говорить прямо, волюнтаристская абсолютно, оголтелая позиция людей, которые олицетворяли украинскую власть весной 2014 года, привела к тому, что
стала возможна. И интервенция внешняя стала возможна. Вооруженный гражданский конфликт и весь набор и букет того, что мы имеем последние 1,5-2 года. Это ровно их вина. Целиком и полностью. Эти люди ответственны за то, что не проявили гибкости, не проявили государственной мудрости. И мы получили все эти последствия. Анонсируемые весной выборы на неподконтрольных ныне территориях, насколько они реальны? Я думаю, они состоятся в 2016 году, но вот насчет весны я бы не зарекался пока. Я полагаю, что у нас минимум до лета будет тянуться все, что связано с Минским протокольным, скажем так, алгоритмом. А скорее всего, основные решения вовсе могут приниматься уже в следующем парламенте. Каким вы видите окончание этого года? Ну, может быть, что-то вот такие, какие-то ключевые моменты, которые вы считаете, что они очень важные и ключевые для Донбасса, для Украины 2015-2016? Рубеж 15-16 года будет, безусловно, ознаменован крупнейшим после зимы 13-14 года политическим кризисом в Украине. Всех нюансов, какие формы примет этот кризис, предугадать сейчас нельзя, но я уверен, что он разразится. Это будет сопровождаться экономическим и социальным кризисом, так или иначе. Потому что у меня большие сомнения, что будет принят бюджет. Потому что у очень многих будет огромное желание попиариться просто на процессе бюджета. Да и вообще, в принципе, в декабре, скорее всего, правительство будет не до бюджета. Поэтому вот глубокий-глубокий кризис. С другой стороны, который, я очень надеюсь, станет началом, но все-таки шагов по разрешению фундаментальных проблем, которые накопились в этой стране. Вы наш земляк, родились в Донецке. И вырос. И родились и выросли в Донецке. Планируете ли вы, возможно, возвращаться, да, в город Донецк, когда разрешится эта ситуация? И вот многие люди последние месяцы достаточно активно стали туда возвращаться. Как вы считаете, вы знаете, небезопасно ли какое это? Какое дело? Во-первых, молодцы, что возвращаются. И все эти инсинуации от людей, переживших, скажем так, худшие месяцы гражданского вооруженного конфликта в отношении возвращенцев, это, конечно, полный вздор. Им надо крепко подумать, как они себя, в общем-то, позиционируют. Другое дело, что пока главные вопросы, связанные с Донбассом, решаются все-таки в Киеве и на международной арене. И именно здесь нужно защищать Донбасс, именно здесь надо отстаивать мнение Донбасса, именно здесь нужно протаптывать дорожку к тому, чтобы не только Донбасс, а любой регион Украины имел полный набор и возможность полномочий и прав, как бы реализовать себя наилучшим образом в составе Украины. Спасибо вам огромное, что пришли в нашу студию. Михаил Павлев, директор фонда гуманитарных стратегий. Наш земляк был сегодня гостем программы «Лабиринты мнений». Спасибо, что были с нами и до встречи через неделю.